ты здесь? По поводу сплетен в интернете. Это твоих рук дело? Раз ты прямо спросил, то отвечу честно. Да. Но как ты думаешь, почему я это сделала? Не знаешь? Тогда я сама скажу. Потому что я люблю тебя. Много лет. Поверить не могу, что ты не замечал. Ты же знаешь. Я всегда считал тебя своей сестрой. Но я не воспринимала тебя как брата. Неужели это потому, что мы вместе с детства? Я думала, что если буду рядом с тобой, то все будет в порядке. Ничего, если я буду молчать о своих чувствах. Даже если ты начнешь с кем-то встречаться, мне все равно. Потому что в конце ты поймешь, что я для тебя единственная. Я знаю тебя лучше всех. Только я могу быть рядом с тобой. Да. Единственный в мире человек, который знает меня лучше всех, это ты. Но человек, которого я хочу видеть рядом, это не ты. Куда ты? Журналистам рассказывать? Рассказывать всем, что ты хочешь провести свою жизнь с Сунмидо? Да. Я хотел объявить об этом после завершения шоу. Но теперь я не могу с этим тянуть. А как же я? Все вокруг знают, что я твоя девушка. Сисон, я люблю тебя. Я так сильно тебя люблю. Я была слишком гордой, чтобы рассказать тебе. Но теперь я поняла свою ошибку. Можешь обратить на меня внимание? Посмотри на меня. Не возвращайся к Сунмидо. Не нужно. Пожалуйста. Прошу тебя. Сули, я расскажу всем, что новость о свадьбе неправда. Этого никогда не случится. Не трать на меня время. Я не смогу тебе ничего дать. Надеюсь, мы в последний раз поднимаем эту тему. Я уже сомневаюсь, что мы можем остаться друзьями. Сисон! Сисон! Куда собрался? Пойдем обратно. Отдай мне свой телефон. Что ты хочешь сделать? Весь интернет в слухах о вас. Телефон! Алло? Сунмидо. Слушай внимательно. Новости о моей свадьбе с Сули неправда. Мы просто друзья. Не читай комментарии в интернете и не выходи на улицу. Лучше тебе не оставаться дома. Побудь пару дней у Сяоми. Запомни, в этой ситуации никто не должен брать на себя вину. Все, что ты должна сейчас сделать, просто ждать меня. Поняла? Не волнуйся. У тебя есть я. Thank you.
как родители Медо довольно прогрессивные. Мы не старомодные. Только что мы слышали все, что ты сказал репортерам. Мы понимаем, что ты сделал это, чтобы помочь Медо. Не волнуйся, мы все понимаем. И мы не станем просить тебя взять ответственность за свои слова. Мы также, дядя. Все, что я сказал, было искренне. Она мне нравится. Очень сильно. Я никому не говорил об этом. Даже ей. Потому что считал, что она еще слишком юная, боялся, что она не справится с давлением. Но после случившегося я понял, что хочу позаботиться о ней. Я больше не буду прятаться. И обеспечу ей защиту. Поэтому я прошу вас довериться мне. Я подарю ей столько же любви, сколько и вы. Буду уважать ее. Я также прошу вашего одобрения. Пожалуйста, разрешите нам встречаться. Хорошо. Замечательно. Я знала, что не ошиблась. Милая. Вообще-то я тут самое главное. Он ничего не решает. А почему никто не спрашивает моего мнения? И я всеми руками за. Я все равно должен хоть что-то сказать. Ты должен следить за своим поведением. Другими словами, если обидишь мою дочь, тогда я тебя не пощажу. Эй, не говори ерунды. Он окружен журналистами и вообще. Фанаты будут внимательно за ним следить. Он ничего не сделает. А еще, как президент фан-клуба, ты можешь заставить нас расстаться. Си... Сон. Можно я буду называть тебя просто Сон? Ты не против? Конечно. Слушай... Я хотела кое-что у тебя спросить. Мне интересно... Почему именно Медо? Само собой разумеется, она моя дочь, я ее знаю очень хорошо. Она тебе угрожала чем-то? Мама! Раньше я могла о таком только мечтать, просто это все кажется сном. До сих пор не могу поверить. Если она тебе угрожала, можешь рассказать мне и дяде. Мы на твоей стороне. Да-да, я тоже хотел про это спросить. Если дело касается отношений, нельзя делать это из-под палки. Пап! Вы... Нет. Просто вы такие разные. Да, когда дело касается чувств, здесь нечего объяснять. Но ты точно хорошо подумал? Сон. Хоть Медо и выглядит умненькой и миленькой, но на самом деле она не такая. Она пугающий человек. Многих отталкивает. У нее полно проблем. Просто я пытаюсь тебя предостеречь. Да, она хочет сказать... Как они могут такое говорить в присутствии потенциального зятя? Понимаете, она довольно своеобразная. Мы ее баловали, расслабила ручкой. Она не убирает, не стирает, не готовит. Ничего не умеет. Не представляю, справится ли она с этим в будущем. Да, тебе придется о многом думать. Поэтому с этого момента мы начнем всему ее учить. Пора ей взяться за ум. Классно-то как. Она тебе нравится? Это, и это. И это тоже. Вот это. Еще это. И вот это. Синяя мне тоже нравится. Дорогая. Это неплохо. Примет другое. Давай. Опять. Как вернемся домой, выброси всю свою дурацкую одежду. Сисону нравятся чистые цвета. Особенно черный и белый. И еще розовый. Дорогая, таких знаменитостей, как он, мало. Например, Пенни Дай. Помни об этом. Она лучшая певица, с которой никто не сравнится. Слышала? Что вы делаете? Осторожнее. Мам, он знает обо всех моих недостатках. Может, оставим все как есть?
Три года назад у него была девушка, никому неизвестный дизайнер, Лин Шихань. Они встречались больше года, но в итоге разошлись, потому что фанаты и журналисты не давали им спокойно встречаться. Продолжали преследовать ее, говорили всякие гадости, что она недостойна Сисона, что у нее нет ни мозгов, ни сердца. Они не выдержали давления и расстались. С тех пор у него не было никаких скандалов, кроме сплетен о них с Сули. А до Лин Шихань? Не было, только этот. Откуда ты знаешь, может, были? Не может быть. Я слежу за Сисоном с тех пор, как ему исполнилось 11, до сегодняшнего дня я знаю о нем все. Тогда ты знаешь, как умерла его мама? Он рассказал тебе об этом? Это хорошо, дорогая. Его мама была композитором. Его отец Си Хэнь Юань, известный бизнесмен. Живет в Нью-Йорке, состояние свыше 10 миллиардов. Кроме того, что Сисон единственный ребенок в семье, так еще и богаче во втором поколении. Когда ему было 5, его мама сочинила композицию, которая приглянулась одному пианисту. Он решил участвовать с этой композицией на конкурсе Хуастер. Конкурс для пианистов. Он как Олимпийские игры для спортсменов, как Оскар для актеров. Если работу композитора выбирают и исполняют на Хуастере, это большая честь. Но кто бы мог подумать, что на пути к месту проведения она попадет в аварию. После этого о ней никаких новостей. Я слышала, Сисон тоже будет участвовать в этом конкурсе. Он готовился к нему, чтобы исполнить на публике композицию мамы. Неудивительно, что он так переживает. Раз ты теперь знаешь, не беспокой его. Поняла? Поняла, я не глупая. Хорошо, позаботься о себе. Потому что теперь за тобой будут следить СМИ и его фанаты. А еще его отец Си Хэнь Юань. Си Хэнь Юань? Дорогая, вот смотрю на тебя сейчас, и на сердце так неспокойно. Что не так? Я плохо выгляжу? Продержишься полгода, ты не дотянешь до Лин Шихань. Я... Здравствуйте, чем могу вам помочь? Заверните, она платит. Это девчонка. Смотри, здесь должна быть определенная последовательность, живописный беспорядок. Например, тебе нужно соединить один цветок с другим. Ты должна сначала примерить его, а потом уже подрезать. Отрезаешь столько, сколько требуется, не больше. Видела? Так, теперь добавим его сюда. Готово. Видишь? Разве не красиво? Теперь попробуй ты. Ему нравится тяжелая пища, обожает соленую и острую еду. И сладкое тоже. Его любимый напиток – зеленый чай с молоком. Ты говоришь только о том, что ему нравится, а что ему не нравится? Очень многое. Он ненавидит животных, не любит выпадающие волосы. Точно, он не ест хугу, не ест внутренние органы животных. И чеснок. И он ненавидит петрушку. Ему не нравится, когда его беспокоит. Особенно шум наподобие вчерашнего. Это его бесит. Они были очень шумны. Ему не нравится, когда люди так делают. А еще он не любит толстых. Особенно тех, у кого пухлое лицо. Возьми.
А вот и ты. Слушай, это же ты меня сюда позвал. Почему? Я хотел спросить. По поводу тех новостей. Это сделала ты? Какие именно? О нашей с Сисоном свадьбе? Или о том, что Медо убила Сисона? И то, и другое, неправда. Предупреждаю тебя. Я никому не позволю обижать Медо. Никому. Хорошо. Ты проиграл, но все равно продолжаешь ее защищать. Если бы я была Медо, я бы выбрала тебя. Пока она счастлива, пусть выбирает, кого хочет. Решил благородным рыцарем побыть? Почему ты сдаешься после стольких усилий? Ты любил ее так долго. Ждал много лет. Как ты можешь притворяться, что ничего не произошло? Она сейчас с другим. Он мой. Я единственная была с ним рядом с самого детства. Мы жили вместе очень долго. Мы всегда были вместе. Но теперь он сказал мне, что хочет провести всю свою жизнь с кем-то другим, но не со мной. А для меня он был единственным с самого начала. А теперь он меня оставил. Что мне делать? Как быть? Эй, ты не забыла? Ты моя должница. Что бы я ни попросил, ты должна согласиться. Сдержи свое слово. Я прошу тебя отпустить его. И ты должна двигаться дальше. С нами все предельно ясно. Единственное наше преимущество — мы знаем их очень много лет. У нас больше совместных воспоминаний. Но кроме этого, больше ничего. Поэтому нужно принять все как есть, даже если это не нравится. По крайней мере, я уже смирился с поражением. Скажи, что будешь делать дальше? Я уже все сделал. Осталось только ждать. Ты уверен? Это же Сули. Сисон. Я всегда думал, что тебе плевать на окружающих. Но ты показал себя с другой стороны. Я никогда бы не подумал, что между вами с Ули все будет так. Пусть она тебе не нравится, но вы же были друзьями детства. Не стоит так поступать. Все дело в чувствах.
Я не могу позволить ей жить у себя. Но завтра она вернется в Нью-Йорк. Можешь отвезти ее в аэропорт? Ты мог и не просить. Она ведь и мой друг. Ты уже все упаковала? Спасибо тебе и дяде за заботу. О чем ты говоришь? Разве ты больше не вернешься? Все уже будет по-другому. Сули, если столкнешься с проблемами, надеюсь, ты будешь вести себя как раньше. Помни, что у тебя есть я. Раньше, живя в Нью-Йорке, с какими бы проблемами я не сталкивалась. Я была уверена, что не стану просить ни у кого помощи. Кроме тебя. Люди говорят, что я очень сильная, но я знаю, как я выгляжу на самом деле. Дело не в том, что я сильная, а в том, что мне просто нужно было быть такой. Поэтому я могу уверенно стоять на ногах, когда ты рядом. Ну и ладно. Теперь больше нет причин заставлять себя. Сисон, прошу тебя. Когда я вернусь в Нью-Йорк, не бери трубку, если я позвоню. Если пришлю письмо на e-mail, притворись, что не видел. Удаляй все. Только так ты сможешь мне помочь. Помоги забыть тебя. Хорошо. Если вдруг передумаешь, всегда можешь приехать ко мне. Не волнуйся, такого не случится. Ладно. Хорошо выступить на конкурсе. Конечно. Береги себя. Я пошла. Пока. Сули.